внимание. Мы против силового разрешения конфликта. Премьер-министр Украины Виктор Федорович Янукович! 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 Это снова развал, это снова противостояние. Вы видите, на этой площади стоят бело-синие и стоят оранжевые, друг напротив друга. Это правильно? Нет, это неправильно. Мы должны стоять все вместе. Мы должны быть единой украинской силой политической. Те, кто пришел в парламент, для того, чтобы решать в первую очередь и принимать те законы, которые нужны и которые ждут наш украинский народ. Перш за все, я захищаю президента Віктора Ющенка для того, щоб Верховна Рада його не зняла. Я захищаю те, щоб в Україні була одна українська мова. Не друга державна російська, а одна іменно українська. Я захищаю український народ. Я за те, щоб не було громадської війни. Ну, блін, яка держава, такі теракти. Європейської держави, якою до недавнього часу була наша. Ми дякуємо всім, хто сьогодні на майданах по всій Україні. Скажіть, будь ласка, хіба... Строкові вибори. Їм не потрібні вибори, їм потрібна влада. Вы, если вы в сумме 7,5 миллиардов, они поняли.